Доброе утро. Вот распускаются все цветочки. Розочки такие маленькие, хорошенькие, аккуратненькие. Прямо у меня у крылечка. Еще одно утро. Дождей нам не обещают. Сказали, хватит. Весь июнь дожди шли. Вы свою норму выбрали. О, какая розочка еще распустилась. Ну, они сейчас уже так подцветали, цветут так понемножку. Акация еще цветет. Вон ветки аж до земли. Смотрите, сколько мусора с нее. Уже прям сил никаких нет. Столько времени и сил отнимает вот это все подметание. Прям сыпется с нее, сыпется. Мошки какие-то мелкие такие, зелененькие на ней тоже. Проходишь, ветку задел, и вся в этих мошках. Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Не устаю вам это говорить. Ой, в нашем возрасте проснулись, и уже праздник. Ой. Я что-то сегодня прям так плохо спала. А дошло до меня, что вот-вот, завтра, послезавтра будут известны. Поступил куда наш Макарик-то? От этого уже так много зависит. Костя смеется, говорит, не поступит на бесплатное, пойдет в армию. Очень переживаю. Ну, надеюсь, что поступит, но знаете, да, ведь, что очень много мест бесплатных национальным меньшинствам. Отдается инвалидам. Я совсем не против. Абсолютно не против. Конечно, надо и инвалидам, и людям из глубинки, понятное дело. Но Макарик-то тоже из глубинки, из Мурманска. Прям даже не знаю. Господи, а кто у нас бог учебы? Кому помолиться? Дайте поступить ребенку на бюджет. А еще залезешь в интернет, там херь всякая. Фотографии какой-то. Данила Максимов набрал на ЕГЭ 399 баллов. Ну, это что-то немыслимое, конечно. И фотография молодого человека. Вот вы знаете, я сразу поняла, что это вранье. На фотографии у молодого человека носогубные складки, как у 35-летнего. Хоть фотографию подобрали парня молодого. Просто, ну, такое вранье кругом. Все людей за идиотов принимают. Ну, в общем, короче говоря, жду, переживаю. Ну, это, наверное, нормально. Бабушка я или где? Ой. От этого зависит, как я поеду в Питер жить или нет. А мне уж очень хочется. Я уже мечтаю. Мы уже с Маришкой договорились, что когда они поедут, ну, от меня будут возвращаться, то я с ними на машине до Москвы доеду. Да,
брошу все в сентябре. Хотя, конечно, в сентябре такая пора замечательная. Но уже... Нет. Единственное, что я переживаю, что Вите придется поливать тут еще, иначе же засохнет все. Вот так дождей-то, если не будет. Все новопосаженные растения, цветы, все это надо поливать. Так, надо бассейн помыть этот детский. Четверо детей же приедет. Ох. Я еще не мыла, не убирала, но, собственно, время еще есть. Еще почти 10 дней. Так-то, ну, в доме что убирать? Пыль только, потому что окна открыты. Ну, помою. Да вот летнюю кухню надо помыть. Тоже все в пылище. Ой, встала, свет не выключила. Я ночью свет включаю тут. Вот, занавески постирать. На втором этаже помыть надо тоже. Вот что я не люблю, туда лезть надо. По этой лестнице с этими ведрами, с водой. Ну, что делать надо? Так, ну, это все хорошо. Надо позавтракать, выпить свои таблеточки. Так и хэдак без них никуда. Да надо день начинать. У меня сегодня надо в СДЭК съездить. Мне Сашуля прислала там пины. Ура! Ура, то я ничего без них делать не могу. Ну и, господи, и так каждодневные дела. Ничего такого особенного. Да, мне вопросы задают. Почему я не снимаю на море? А потому что я не хожу, я еще ни разу не купалась. Ни разу. Вот ребята приедут, буду с ними ездить туда, в Громово, на открытое море. Терпеть я не могу этот пляж городской. Вы знаете, вот все эти бухточки, хоть и говорят, вода меняется. Ага, меняется. Я уже рассказывала не один раз, когда у нас была квартира в Болгарии. Я как воду проверяла. Наклоняешься и смотришь на воду. Прям, ну вот прям у воды. И на ней пленка вот этих кремов загарных. И мочи там столько в этой воде. И всякой гадости. Но там бухта 7 километров в солнечном берегу в Болгарии. 7 километров длиной. А тут вот масенькая вот эта вот бухточка. Вы представляете, что там в ней? Люди, вы просто не знаете, те, кто приезжаете отдыхать, что больница забита этими ротавирусом. А открытое море – это совсем другое дело. Поэтому я тут не купаюсь. Да и хочу вам сказать, что местные многие тоже не купаются на этом пляже. Так что вот такие вот дела. Ждем моих ребят. Привет, веселуха будет. Ох, все громогласные, горластые. На всю волну будет слышно. Ой, ну ладно, пошла я, надо позавтракать. А то я говорить много могу. В общем, всем с добрым утром, хорошего настроения.
пусть ничего не болит. Вот я пока встала, вроде ничего. Чего и всем желаю. Давайте, мои дорогие, включаем новый день. Официально я кормлю только рыжую кошку. Вот вчера, ну вот, помните, домой его я покупала тут. Вот было пол коробки вот этой моевы остатков там. Творог, который уже киснет. Вот она поела, а она так ест по чуть-чуть. Больная она. Ну вот утром встала, коробка пустая, все вылизано. Товарищи, видимо, приходили. Доброе утро, мои дорогие. Вы еще не соскучились по мне? А я вот с утра уже на Южном рынке, ну, который по средам цыганский. Вот, съездила в СДЭК. Видите, Саша мне прислала пины. Ну, проблема тут даже пины купить. Ну, это такие железные штучки, на которые бусинки одеваются. Вот она мне прислала. Ну и надо чего-нибудь. А, хлеба у меня нет. Надо сходить купить, посмотреть чего-нибудь. Так, вот в этом магазине я не была ни разу. Надо зайти посмотреть. Тут ни ценников, ничего. Я так не люблю. Вон он, жир всякое. Сейчас посмотрим. Так, вот есть ценники. Да. Звонила Толику. Долго тебя ждать? 2-3 минуты. Ну вот, сейчас посмотрим. Ой, как же растут цены, что с нами творят. Вчера с Костей вечером разговаривали час целый по видеосвязи. Ну вот, да, у него стройка. С зимы в 2 раза все подорожало. Металл, дерево. Это кошмар. И ничего нет уже на складах. То есть сейчас они, видимо, распродадут по этой цене. А новые поступления будут уже по другой цене. Ну, вообще, у меня в голове не укладывается. Вот так вот. Не пошла искать в темноте второй телефон. Саша там, внук-то мой, демонстрировал, какой он Кинг-Конг, бьет себя в грудь. Рассказывал мне, показывал всякое. А я забыла второй телефон там, на терраске, в Алинкином доме. Ну и в темноте уже, да и как говоришь по телефону, чтоб все бросить идти. Жалко. Оти какой сидит, дышит. Так что вот такие вот дела. Вот, в этом видео я вам Сашку покажу. Людмила Викторовна прислала мне фотографии. Как они ходили, гуляли. Уточек кормили. Голубей кормили. Погода такая в Мурманске прям красивая была. А вчера, Костя говорит, 15 градусов и пасмурно. Ну, осень скоро, чего? В Мурманске это осень так осень. С заморозками все как положено. Вот такие вот дела. Ну где он 2-3 минуты-то? Ой, не могу. Толик,
изжаришься, пока его ждешь. Я малым был, вот таким вот бегал под солнцем. Приезжают. Старым людям. Они же, у них уже дети. Я их знать не знаю. Ну так, а живут в Москве. Мои дорогие, посмотрите, какую набережную сделали в городе Кола. Это у нас рядом с Мурманском. Я когда в Мурманск езжу, я вам всегда показываю. Маленький старинный городок, которому там больше 500 лет. Вот. Он прям рядом с Мурманском находится. Через сопку переезжаешь из Мурманска, и вот тебе Кола. Вот сделали вот такую современную набережную. Людмила Викторовна возлежит там. И ведь погода-то какая, небо-то какое красивое. Ой. Ну, а теперь всеми вами любимый Сашенька, внучок мой младший. Сейчас будет Макар, мой старший внук. В бусах, которые я ему сделала. В этом году очень модны для молодых мужчин бусы из жемчуга. Вот представляете? Вот что мода делает. Так, ну что это я все о своих, да, о своих? Любаша живет в городе Бердске Новосибирской области. Тоже делает из цемента кашпо. Очень красивые. Очень молодец какая. Посмотрите. Мои хорошие, я решила не делать отдельно видео, а вставлять их в мои видео. Потому что почему-то, я не понимаю почему, мало очень просмотров. Видимо, эти видео смотрят, ну прям вот мои, наверное, вот вы прям мои девочки. Почему-то не смотрят. Вот, и я их решила вставлять в свои видео. Присылают понемногу. Отдельное видео долго набирается. Вот. А так все увидите. А вот кота с краном, с водой не могу найти. Среди этого количества всего потерялся где-то. Если можно, пришлите еще, пожалуйста, разочек. Так что, мои дорогие, я жду от вас видео. И фотографии. Но видео поинтереснее, чем фотографии. Только мои золотые, когда снимаете, держите телефон горизонтально.
потому что на этой узенькой полосочке тяжело что-то разобрать. Ничего, мы научимся. Мы легко обучаемые. Вот Сашуля моя молодец, прислала мне пины, которые здесь просто дефицит. Просто дефицит. Прям проблема. Но вот эти вот все-таки 3 сантиметра коротковаты. Надо подлинней брать. Нет, они тоже нужны. Конечно, для более мелких там бусинок. Но для крупных не подходят. Так что сейчас я развернусь. А то я сидела, мне не из чего было делать. Так, вот хочу вам показать. Вот сделала вот такие серьги. Они с эффектом АБ. Но с таким, со слабеньким. Но все равно они так очень на солнышке, на свету переливаются. Вот такие. Потом есть у меня вот такие серьги. Вот видите, птичка в клювике бусинки держит. Но мне хочется другого цвета сюда. Мне хочется тоже стеклянные, чтобы они переливались, но не прозрачные. Вот, хочу поменять. Сегодня к вечеру Оксаночка приедет за своими браслетиками и украшениями. Еще очень хотела к Мире сходить в гости сегодня, но вот не знаю, во сколько Оксана приедет. Очень хочется. Вот такая Мира, она позитивная, такая, эх, огонь, девушка. Мне прям вот хочется с ней вот общаться, хочется, а времени-то нету. Пашешь, пашешь. Ой. Сейчас вот мне Леночка прислала с Кузбасса. Как убрать вот эти тиктоковские всякие картинки, веселушки и все. Вот сейчас буду пробовать делать. Спасибо, Лена, огромное. Кричу открыто. Здравствуйте! Здравствуйте, Бибочка! Здравствуйте, Оксаночка! Красотка! Бима, ты что, как в себе домой? А чего, скажи? Хоть бы спроси. Скажи, у бабушки тут вот нарвато. Да пусть побегает. Что ты? Вот такими ножницами я режу траву. Это Костя с Танюшкой купили. Вот видите, как они вот так вот. Ну вот, Оксана уехала, забрала браслеты, украшения, которые я ей сделала. А я, раз пришли пины, буду переделывать ей последнее украшение. Сделаю ей вот такую птичку. Будет теперь бронза. Потому что вот это вот, что у нее было, заржавело. Она любительница, оказывается, мыть украшения. Ну, а сушит их неправильно. И они заржавели. И видите, на бусинах желтизна осталась. Но теперь вот благодаря тому, что бронза будет, это будет незаметно. Вот. Ладно, переделаем. Уезжала и говорит: не проворонь закат. Ну вот я тут буду сидеть, работать, чтобы не проворонить. Час остался. Хотела сходить к Мире поболтать, но чего-то она позвонила, и она не отвечает. Ну, занят, наверное, человек. Что ж такое, а? Проворонила. Ну, вернее, проворонила. Все время без 5:30. Без 5:08. А уже солнышко, вон, видите. Да что ж такое-то? Так время-то летит. Прям не могу. Уже все, 8:30 уже темень. Ну,
Еще август месяц. Так пролетит время, и уже опять будет 6 вечера, темнота. Скоро Новый год, короче говоря. Ой. Надо уже думать, что делать на Новый год. Какие украшательства для дома. Ну, это же обычно каждый год делается. Ой, ну я надеюсь, буду в Питере, так там проблем не будет хотя бы из чего сделать. Что купить и из чего сделать. Надо только с собой взять, вот, кстати, салфеток надо взять новогодних, чтобы там не покупать. Кстати, в том году хотела сделать бутылку шампанского прям целой салфеткой. И так и забыла. Надо хоть в этом году не забыть. С памятью с моей, господи, ох. Вот, девчонки, представляете, в 6 вечера пью таблетки. Вот сейчас с Сашей разговаривала. И... ловлюсь я на мысли, что я не помню, пила я таблетки или нет. Вот как можно так жить, а? Наверное, все-таки я переболела коронавирусом. Может быть, в легкой форме. Ну что с памятью-то? Я вот прям помню, как я бабушке говорила своей любимой. Говорю, бабушка, ну почему у тебя так с памятью плохо? Она мне смеялась, говорит, скрылёз, Любонька. Вот и у меня теперь скрылёз. Ой, скрылёз. Вот так, мои дорогие. Ладно, пойдемте отдыхать. Что-то даже не идет в голову, о чем поболтать можно. Ну, ладно, вы и так за день уж все знаете. Вообще вы все знаете, всю мою жизнь. Ну, хотя что, собственно, в моей жизни-то? Все, что я делаю, вот и вся моя жизнь. Фото, там, видео про Сашу, про Костю, про маленького Сашу. Когда у меня оказывается, я вам всегда показываю. Ой, ладно, лапуськи мои дорогие. Спасибо вам огромное. Не забывайте, пожалуйста, зайки, пишите, ну, хоть, что хотите, пишите в комментариях, ладно? Ну, не ленитесь, пожалуйста. Я вам с Сашей говорю, я говорю, Саш, ну, что делать, ну, совсем. Она ругает меня, что я там, нет, да выложу второе видео. Она, мама, так нельзя. Я говорю, Саш, ну, я не могу, ну, что за день 500 просмотров, ну, что это? Это кошмар. Это я за день зарабатываю 40 рублей. Представляете? 40 рублей. А это надо что-то делать. Тот же цемент, украшения, чтобы снять вам, показать. Да и просто видео смонтировать, потом его выложить. Это работа. 40 рублей. Это сколько ж мне надо, чтобы заработать эти $100? 5 месяцев. Ну, представляете, сколько я работы делаю, чтобы что-то заработать?
Да. Да и на Яндексе тоже, а там еще смешней. Почти за 2 месяца я заработала 3000 рублей. Это вот сколько я с этим цементом кувыркаюсь. И вообще всякое тоже там Саша выкладывает и старые видео. Ну, в общем, ну никак не дают разбогатеть женщине. Никак. Ну никак не получается. Так что, мои золотые, жду от вас лайков и комментариев. Давайте постараемся. Может быть, на самом деле вылезу я из этой ямы. Я не буду вас тогда доставать, что пишите комментарии. Честно-честно. Только вылезьте. Вот как я начну появляться в рекомендованных видео, это значит, уже дело пошло. А сейчас просто вообще. Вы знаете, как мне неудобно вас просить? Вот правда. Это вот как я не могу у сына деньги просить. И у вас также. Мне очень неудобно. А Саша говорит: мам, ну что делать? Ну потерпи. Ну попроси, они же у тебя умные. Да я знаю, что вы и умные, и добрые. Ну, в общем, вот такие дела. Ладно, зайки, посмотрим, что будет. Я думаю, что в течение месяца-то должно что-то измениться. Ну, там посмотрим. Ладно. Пожалуйста. Я не могу, мне прям... Правда, неудобно, а приходится. Ладно, зайчики мои, спасибо вам большое. Давайте, отдыхайте. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. И пусть хоть вот, ну прям здоровье, а. Дай Бог всем здоровья. Я знаю, как тяжело болеть. Так не хочется, чтобы люди болели, мучились, правда? Ну ладно, давайте, не будем на грустной ноте. Давайте, я вас обнимаю, целую. Вот хорошо, ветер дует. Комаров нету в таком количестве. Стою с голыми ногами. Не кусаются. Все, мои сладкие, давайте. Давайте. Пусть все будет хорошо. У нас, у всех. И шлите видео. Не знаю, мне так нравится. Я прям кайфую, когда смотрю фотографии, видео.